Всем привет! Хочу быстренько сделать обзор. Вот так накидала на столе бардак-бардак. Были в магазине акции. Он хочу показать, что купила. В первую очередь купила вот три вот такие шали пластмассовые для чего-то такого сыпучего, для орешков. Не знаю, даже вот если стряпать что-то там, сахар отмерить или еще что-то. Вот такие штучки стоили 78 центов одна. Люблю зелененький цвет. Также купила силиконовую кисточку еще одну. Она тоже была по 79 центов. Потом вот купила силиконовую лопаточку. Не знаю, не пробовала еще из этого магазина. Но они быстро ломаются все равно. Она стоила тоже 69 центов всего-то. Затем вот такие масочки уже мы покупали. Это мы ходили купаться с дочерью, вот она взяла опять вот такую с углем, который очищает поры, получается. Потом вот такую с блауберрис, то есть черникой и йогуртом. Они, по-моему, по 49 центов стоят. Потом вот такую маску для губ. Она увидела, захотела попробовать. Тоже 49 центов стоит. Потом еще вот такие две масочки тоже с углем. Это немножко подороже, по-моему. Эти 59, но их здесь две штучки. Не знаю, взяла такие первый раз попробовать, что они из себя представляют. Затем еще вот этот, но это только вот для очищения пор на носу. 6 штучек там. Вот она тоже взяла себе, хочет это попробовать. Стоит это 99 центов. Затем вот такая штучка, вот эти вот носочки с жидкостью внутри. Ойра 69 стоит, Hornhaut Socken это называется, то есть удаляют вот эту огрубевшую кожу. Знаете, после применения выглядит ужасно, когда отлазит кожа, но потом это, ну, неплохое средство, кстати. Затем взяли попробовать вот такую зубную пасту. Мы сегодня угля прям закупили очень-очень много. Потом как-нибудь уже расскажу, да, был ли какой-то эффект. Не знаю, действительно, берем всего лишь первый раз. Паста стоит ойра 45. Затем доченька себе еще взяла вот такой стайлинг для волос. Стоит он ойра 89. Держит локоны. Написано, что вот что-то типа такого. Написано, что легкая текстура, что сохраняет влажность в волосах. Вот, попробует. Она так захотела. Да. Ну вот, водичку купили. Затем купили вот такие жевательные резинки. Есть такая фирма, которая выпускает средства для отбеливания зубов. Ну вот, решили попробовать еще вот такую жевательную резинку. Она тоже что-то стоила, по-моему, ойра 49, да. А еще я купила вот такой шампунь. Я не столько страдаю перхотью, сколько жирные волосы, да, и вот написано, что до 7 дней вроде как сохраняет волосы чистыми, да. Я купила себе еще вот такой шампунь, получается, 250 миллилитров, стоит 2,49. Будем пробовать. И еще, как же выйти с магазина и не купить что-то сладенького. Вот купили вот такой шоколад от Lindt, 70% какао. Цена даже стоит на нем, обычно, да, ойра 99, вот видно. Но в магазине стоит почему-то ойра 79. Но это вкусный шоколад. Поэтому вот мы взяли две штучки. Затем взяли попробовать еще вот такой.
Тойтойра 49, прям такой увесистый. 190 грамм. Одна плитка. Тоже 72% какао. Попробуем. Мы взяли вот такие бисквитные пирожные с кремом. Не знаю. Решили попробовать. Ну вот это все, что было в магазине акции. Там рядом был магазин Netto, мы заскочили, взяли помидорки, ойра 29 стоит, и купили Heidelberry чернику. В этом магазине она стоила ойра 11 за 200 грамм шали. Уже подходя домой, та-дам, мы еще зашли в третий магазинчик. У нас здесь магазин Реве. И купили, получается, еще ягоды. Решили, что 2 на троих нам будет маловато. Мы купили еще вот такое ведерко. Оно, получается, стоит уже подороже. 3,99. Затем купили булочки. Мы всегда покупаем зернышками. И еще мы купили мороженое. Вот такое брауни. Я так понимаю, что там кусочки бисквита внутри. 3 штучки в упаковке. И стоит это мороженое ойра 39. И решили попробовать еще вот такое мороженое. Орео с арахисовым маслом. Мы его, вернее, уже даже попробовали, пока шли домой. Это мороженое стоит подороже, но оно, по-моему, по акции было в этот раз. Стоит ойра 99. 4 штучки. Ну вот, все наши покупочки. Всем всего доброго. Пока!